Сильный ветер в эти выходные послужил причиной серьезных происшествий. Рязанские спасатели в субботу и воскресенье делали до полусотни выездов ежедневно на места возгорания сухой травы. К сожалению, весенняя привычка некоторых жителей полить поросли, да и небольшие кустарники, не исчезает. А в придачу с сильным ветром это привело к задымлению практически всех городских микрорайонов. Например, сильно горели поля за окружной дорогой совсем недалеко от жилых домов. А в сельской местности пламя быстро от травы распространялось и на строения, среди которых были и жилые дома. Кстати, буйство стихии стало причиной не только пожаров. Ветер был такой силы, что в ряде районов региона он выворачивал с корнями большие деревья, опрокидывал крыши построек и плохо закрепленные вывески магазинов. А в центре Рязани его напора не выдержал и светофорный столб. Однако свои главные силы сотрудники МЧС сейчас направляют все-таки на предотвращение возгораний именно сухой травы. Впрочем, наряду с профилактическими мероприятиями спасатели напоминают и о возможной суровой ответственности за причиненный ущерб, вызванный поджогами. Сейчас в ведомстве идет разговор о досрочном введении особого противопожарного режима. По мнению спасателей, его необходимо вводить уже в середине апреля.